Мое поколение задается многими вопросами и не получает ответов. Сегодня отношения между Российской Федерацией и государствами Африки находятся на подъеме, что отвечает коренным интересам обеих сторон. Тут ненавидят грязно, зато до смерти любят. Северная Африка и северные люди. Немного уважения, тебе ничего не будет. Тебе ничего не будет, ай, тебе ничего не будет. Тут ненавидят грязно, зато до смерти любят. Северная Африка и северные люди. Немного уважения, тебе ничего не будет. Тебе ничего не будет, ай, тебе ничего не будет. Пыльные просторы, убитые дороги, мрачные поселки с лекарством от тревоги, суровые заводы, чиновники-гандоны. Ездили на Волгах, сейчас, блять, на картоне. Церкви, 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 Господи, спаси нас, Господи, прости нас, у нас тут вечный кризис. Это просто бизнес, мы не летаем в космос. Это просто жизнь, ломкая, как хворост. Тут ненавидят грязно, зато до смерти любят. Северная Африка и северные люди. Немного уважения, тебе ничего не будет. Тебе ничего не будет, эй, тебе ничего не будет. Тут ненавидят грязно, зато до смерти любят. Северная Африка и северные люди. Немного уважения, тебе ничего не будет. Тебе ничего не будет, эй, тебе ничего не будет. Зеленые леса, чистые озера, уютные деревни, как схрон для форс-мажоров. Былинные деды, старухи помнят вов. Страна больших побед, страна больших костров. Воздух можно резать, и листья нужно жечь. И запах этого дыма лишает дара речи. И если ты устал, всегда есть где прилечь. Все по-человечьи, накормят и подлечат. Россия — это тоже семья для Африки, потому что у нас одна и та же история. Россия сделала очень много жертв, принесла жертв, чтобы освободить от нацизма Европу и мир во Вторую мировую войну. Африка и Россия, их роль в борьбе с нацизмом была забыта. И мы здесь для того, чтобы говорить о будущем наших стран. Тебе ничего не будет, тебе ничего не будет, эй, тебе ничего не будет. Тебе ничего не будет, тебе ничего не будет, эй, тебе ничего не будет. Особо радует продолжающееся расширение контактов между людьми, укрепляющие сложившиеся в период деколонизации симпатии граждан наших стран по отношению друг к другу.